Так, быстренько забежим в магазин, сейчас купимся. Основа улова. КСЛчик есть? КСЛ, конопля варена, что есть? Нормальный КСЛ, брал его. Раз. Есть. Да бери КСЛ, вот это хватит, зачем тебе конопля? Так вот это КСЛчика нормальная. Конопли только сухая. Да не, вот этого КСЛчика хватит банка. Только его размешать, да, сильно. Есть пацифик туна? Да есть, ну. Много? Осталось из попапов. А, попапы, а это в Афтерсе нет уже? В Афтерс только эти самые. Криль? В лагере, короче. А что это такое? Ну, поваренка только дипломная. А. И... Что-то быстро. Быстро все это закончилось у вас. Боюсь. А сливы сисимовской нету, да? Нет. Так, давай быстрее, поехали. Да, поехали. Скифия ждет. Слова заветные говори. Да я тоже возьму. КСЛчик? А тебе он зачем? Ну, а за горох и пшеницу. Раздавай. Так, поперли пазыки. Давай, цигель, алюлю. Да, друзья, это Кривой Рог. Это, друзья, Кривой Рог. Выезжаем с Кривого Рога. Вот такая у нас, можно сказать, ландшафт в Кривом Роге. Криворожский ландшафт. Мы с вами на канале Рыбалим с удовольствием, а на нашем канале Рыбалки Киев. Все правильно, с удовольствием. Друзья, будем ночевать на водоеме, а завтра с утра приступим к рыбалке. Со мной уже Витька, смотри, мы уже ехали. Витя, Александр там. Александр, потом пройдемся к его месту. Сейчас мы здесь опять расположились, на этом месте мы уже были. И с Александром, и с Владимиром на этом месте. Сейчас мы... закармливаемся, прикармливаемся и начинаем завтра уже свою рыбалку. Комфорта не будет. Витя, он хотел приехать. Да, Витя хотел в скифе покататься на электрокаре, да? Поотдыхать там. А ребята приехали вот так, приезжать в выходные. Что еще хочу сказать, что реклама пошла как бы в скифе. Сейчас рыбаки приезжать начали, все места заняты. Так что приходится места меняться на местах, именно на козырные места. Потому что те места, где я поснимал уже ролики, уже видно, где я ролики. Эти места уже, друзья, заняты. Приходится вот такими. Теперь все, и теперь я буду ночевать на улице вместе с вами. Так, ладно, ну что, до утра. Так, ну что, банда, у нас утро. Сейчас уже 6:30. Сейчас будем забрасываться. По насадкам то же самое, ничего не меняем. Заканчиваем год на эти насадки. Кислая груша, тигровый орех. И здесь у нас будет один бойл Pacific Tuna. Прикормка. Так, по прикормке пелец. Трофеевский пелец магазины. Все это я увлажнил немного КСЛчиком. Здесь есть бойлы. Пелец вот такой крупный, 20-миллиметровый. Это у нас Big Fish. Название Трофеевский 20-миллиметровый. Здесь 16 это криль. И мелкий пелец это с рынка. Мы его увлажнили. Так, сейчас перемешаем все. Смешиваем компоненты. Так, все, друзья, выбрасываемся. Включимся уже по поклевке. Много. Витя уже тоже приготовил свои оснастки. Сейчас забрасываем утро и начинаем свою рыбалочку. Так, первый, друзья, с утра поклевка. У Витька. Наверное, душечка, как всегда. Ну, такой карпик тут сопротивляется. Сюда его, на центр, иди сюда его. Да нормально. Да нормально, как раз нормально. Поднимай его. Сейчас он хапанет чуть-чуть. Тут душка сопротивляется хорошо. Я имею в виду в плане того, что это. Здесь они такие на реке резвые. На реке резвые. Что ты воюешь? Первая двушка. Опа. Так, первая рыба, друзья, у нас. Отлично пошло, как говорится, дело. Бач пузатый такой. Накормил ты его уже. А тут может даже где-то та двушка. Стабильная, стандартная двушка. На что, на тигровый орех, да? Засверленный. Ну, распечатались, друзья. Первый есть, как говорится.
Первый есть на тигровый орешек. Тигровый орех нормально. Витя тут, ну, садок у него уникальный, самодельный, шитый. Сам вязал. Ты, блин, это, я же говорю, самоделкин. Прикормки здесь, горох. Не все ж куплять. Пелец с рынка, кукуруза, короче, тут Витя нахимичил, пшеница. Садок самодельный, самоделка. Как Витя приезжает, у нас обязательно что-то самодельное есть. Понятно. Так, а время у нас первое поклевка, и время у нас сейчас посмотрю. 7:30. 7:30 первая поклевка. На тигровый орешек. Первая двушка. Пуляй свою первую двушку. О, нормально так. Отлично. Банда, вот и заморосило, хорошо. Витя взял зонт, знали, что возможно будет моросить. Сейчас не такого нету сильного дождя, но моросит. Неприятно, конечно. Все попрятали под зонты. Спрятались. Магнитофон выключенный вчера. Вчера была дискотека, сегодня дискотеки нету. Так что все прячем под зонт. Все, друзья, спрятались. Вот такие у нас осенние, как говорится, рыбалки такие моросящие. Моросит, это уже вся осень опять. У нас была весна вся дождливая такая была. И осень у нас, видите, опять начинаются дожди. Где-то между дождями ты успеваешь где-то всунуться на небольшие короткие сессии. Ну, такая рыбалка. Такая наша, как говорится, судьба рыбаков. О, как придумали. Нету у нас печки. Баллон дома оставили. Лупим, да, кирогаской. Кофе делаем себе. Невинки сейчас делаем, кофе. Так, опустил свингер. Пошел в берег. Первой поклевкой моросит и дождь. И клюнул у нас. Кофе как раз заваривал. Провели. Давай, иди сюда. Двушка. Опа. Первая двушка и наша. Видите, двушка была, теперь мы зацепили на двушку тигровый орех. Тигровый орешек. Кислая груша, есть кабанчик. Так, сюда его закинем. Так, есть первый кабанчик. Охрана, встает охрана. Сейчас волны поднимет нам. Сейчас ведь будет клево. Сейчас разгонят, волна пойдет. Мало того, что дождь прошел. Ветер. Прибой. Банда, сейчас ходим к Александру. Мы же приехали вместе. Его место рядом, там тут 50 метров. Мы с Витькой сели там. Место на место широкое, там поуже место. Сейчас пойдем посмотрим, что там Александр чем занимается. Ой, я думал, у тебя тут прикормка. Посмотри, чем там кормишься. Там прикормка. Там прикормка. Ты вот уже поснимаешь эти уроды, блин. Забирали с собой мусор, блин. Да, блин, ну, насчет мусора, понимаешь, я сразу собирал. Ходил, собирал, пакеты приезжал, понял, собирал. Сейчас, друзья, честное слово, уже надоело. Приезжаешь, столько говна на водоемах. Вот там вот здесь это просто капец. Насчет мусора, да, это, блин, просто свиньи у нас. У нас, понимаешь, не рыболовы. Есть нормальные рыбаки, а есть свиньи. Вот это самые натуральные свиньи. И бывает, знаешь, что раньше Саня собирал. Первый год ездил на водоем и собирал весь мусор, понял, за всеми. За всеми. А сейчас, честное слово, надоело. Свой мусор собрал и место свое очистил для съемок. Все, хватит.
Что ты там? Прикормка, та же самая моя программа, да? Пелец трофейский. Ну, я вчера снимал, да, по-моему? Та же самая. Кормимся, пока стоит тишина, да? А ты по ту сторону забросил до этого, я смотрел, под камни, да, как раз получается? Ну, две под камни, две туда в прогалину. А, ты ту прогалину под камыш. Ну, тут недалеко, 1.80 м. Да. С тем, что мы кидаем по 120 метров с руки, это ерунда. Я одну на толслоба поставил. Да. И я поставил одну на толслоба. Вдруг получится поймать лобатого. Хотелось бы, конечно, трофейного, тем более мы ловим толслоба со дна, не сверха, друзья, а со дна. Сейчас уже, как говорится, поздно. Осень поздняя. Будем пробуем со дна. Может, а вдруг зайдет. Вот это, конечно, свинячество, друзья. Это просто капец. Тут, конечно, надо машину прицепом брать, приезжать выгребать. Не знаю, что охранники с водоема почему не занимаются. Хотя бы мешки сделали, чтобы мусор. Или как контейнеры поставили. Вы же берете плату, ребята, за рыбалку. Надо придумать и с контейнерами. Это, кстати, вам со Скифии. Скифи, друзья, надо подумать насчет рыбалок, рыболовов, чтобы вот это с мусором. Видишь, у нас нету, если были бы нормальные рыбаки, а у нас одни свиньи. Надо контейнеры ставить. Везде на платах водоема контейнеры ставят. Сейчас забасим себе кофейку. Сделали мы такой. Кофе горячее, конечно. Сейчас прохладно на водоеме. Кофе просто отлично. Кофеечек. Смыкнуло и встало, да? Ну да, что не больше. Мама тарак. Сейчас посмотрим. Ну что ж на этот? Что? Не-не-не, видите, есть. Вот это же тебе говорю, вот это осенний. Давай его сюда выводи правее. Будем у тебя там под камышом. Вот это весеннее, вот это осенние такие у нас поклевки. Еле-еле. Это на сливу. Горох есть? Сливу, да. Горох кислая груша? Да. Горох слива, говоришь. Так, только амура отпустил, видя сразу, ну, поклёк вот так. А пошёл, я только закинул подхват, друзья, только камеру выключил. И тут увидеть опять поклёвка. На фидер у тебя там флет стоит, да? Да, на флет. На флет, друзья, поклёвка. Я думал, там что-то такое серьёзное. Тут вообще такой малыш, друзья, на флетик. На флет малыш. Давай, беги, кабанчик, Витя. Витя, себе, короче, лайк, короче, слышишь, поймал, отпустил, уже второго подряд. А тут на горох, покажи, горох, кислая груша. А ну покажи, его. Флетик. Флет, горох, кислая груша, друзья. Кстати, друзья, билеты постоянно разные здесь на Скифе. У нас 5 билетиков мы на троих взяли. И каждый билет 3 удочки. И спрашиваю, постоянно разные цвета. Я говорю, что такое? Да, говорит, подделывают рыбаки. У нас же рыбаки какие? Мы приехали на рыбалочку. А зачем платить? Да, за домики, за это. Говорит, да, на ксероксе начали делать, печатать. Подделывают билетики. Так что на Скифе, друзья, вышли, смотрите, каждый день разным цветом. Ты не угадаешь, каким цветом сегодня билетики. Хотя у нас рыбаки такие могут напечатать и разноцветные, да? Что еще интересно, друзья, что у нас октябрь месяц, а на водоеме, смотрите, все зеленое. Как будто такое, знаете, как будто сейчас весна или лето. И в этом году как-то, в том году уже давно были листья, уже на деревьях были опавшие. Смотрите, сейчас стоит, ну, правда, здесь такие дикие деревья, но все стоит зеленое. Все стоит красиво пока, вся зелень. В этом году, как говорится, вроде бы и осень пришла дождливая, но еще все стоит у нас, как говорится, в зеленом цвете. И это хорошо, это приятно ездить на водоем. Если у него вот эти мусорники, это просто с**ть, а не люди. Рыбаки, блин. Цель. Попустил. Угу. Так, у нас ура, солнышко выходит. Осеннее солнышко. Еле-еле, вернее осенние вот такие поклевочки, еле-еле, как душа в теле. А такой пойдушка. Заходи. Хорошо. Ну, пока довольствуемся таким.
Такой кабанчик на 2,5, друзья. Такой кабан. 2,5. Кабан такой, да? Красавец. Осенний такой. 2,5. Супер. Так, что у нас тут натянуло? Свингер натянуло. Опять пошел берег. Опять пошел вдоль. Хорошо, Саня пришел. Как раз сейчас нам будет помогать тут. Третий человек нам не помешает. А ну давай поснимаем, что ты там за тюльку притянул. Сейчас тебя поснимаем. А ну подними. А не, хоть более-менее зачетный карпуха. Я думал тюльку. А то думал, зря за тебя камеру включал. Оказывается, не зря. Двуха, Витя, двуха, Витя, двуха, двуха. Двуха. Двуха, друзья. У Витьки двуха, и я тяну. Я все пришел и снимаю, смотрите. И не кручу, и снимаю. Витя, аккуратно, блин. Витя, ну. Не, может даже больше чуть двух. Не, двуха. Может 2200. Может 2200. Сейчас, Сака, Саня, поработаешь у нас тут. Будем тебе доплачивать за работу. За вредность. А, конфетами. Саня у нас на подхвате. У Вити постоял на подхвате. Теперь у нас тут на подхвате. Да, Сань? За вредность. За вредность доплачивать. Куда стоять? А ну иди сюда. Куда ты пошел? Так, давай иди сюда. Опа. Есть кабанюнчик. Опа. Так, а ну показывайся. А у меня в край губы, Сань. Да, в край губы. Ну попал, ну прямо, не, ну губу, ну в край чуть-чуть. Уже где-то, видишь, берет осенью вообще. Что поклевки такие редкие, что берет за край губы, друзья. Вот такой опять где-то. Двуха, 2200. Так, ну что, друзья, у нас рыбацкий, как говорится, обед. Время у нас уже почти час. Витя мажет бутербродик нам. И сейчас, сейчас немного перекусим, друзья. Что ты там приполок? А? У нас... Нам пришел помог, теперь тебе надо помощь. А ну, подними его хоть. О, хорошенький. Пятерочка, друзья, наверное. Опа! Ух, есть. О, это что-то уже достойное. Пятерка, друг, поздравляю. Пятерочка. 6 килограмм. Пятерочка, я тебе говорю, сейчас весим. Я тебе говорю, пятерка. А я тебе говорю, 6. Давай поспорим, пятерка. Палец отпусти. Пятерка. Так, сейчас весим. Друзья, смотрите, свингера. Смотрите, зачем свинг покупать? О, все, свингер, лучший в мире свингер. Самодельный. У Александра стоит на удочку. Та. 5 или 6? А вопрос только стоит, 5 или 6? 5 или 6? Или 5 или 6? Или 5,5? 5 или 6? Или 5,5? А ну. Обнуляем. Оба. 5 или 6? 5 или 6? 5 или 6? 5 или 6? Ха-ха-ха-ха-ха! Глаз алмаз. Ха-ха-ха! 5! Короче, друзья, что я вам скажу. Октябрь месяц. Витя лупит этих тузиков каждые 5 минут поклевка у него. Этих тузиков уже сколько подпускали, подняли, отпустили. Что, опять амур? Амур? Чешо. О, а это получше амурчик, я тебе хочу сказать. Амур. Серьезно, амур. Друзья. Я думал, опять какой-то тузик. Это амурчик такой. Амурчик такой, наверное, на трешечку. Наверное, на трешку амур. А ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда. О, ес. Ну, трешечный амурчик. Я думал, опять какая-то фигня. А видишь, рак, горох сожрал. Или, не, сбил. Или сбил, да? Сбил, кому сбил. Трояк. Ну, я тебе хочу сказать, нормально. Я думал, опять тузика тянешь, блин. Ну, амурчик пойдет, трояк. Так, что там Александр тянет? Солнце как раз в глаза светит. Что там, Санек? У нас сегодня с музыкой. В скифи свадьба. Музыку, наверное, слышно.
Куда он пошел? Вон две удочки у тебя вот все, видишь? Есть кабан. Уф. Десяточка. За маты. Мат. Это эмоции. Десяточка, да? Так, а ну, ложи. Сейчас мы его взвесим. А ну, вытягивай его отсюда. 600 грамм мат. А ну, давай. Вот это Санек отличился наконец-то. А то постоянно... Конфетки сосательные. Конфетки, да. Да, сосательные конфетки, и наконец-то поперло. Поехали. Поехали. Одиннадцать ровно, минус 600 грамм, 10,5. 10,4. 10,5. Десятка, Санек, десяточка, красава. Поздравляю. Ну что, десяточка, супер. Так, ну что, поздравляю, друг Света, слушай, ты что-то был на спортивных водоемах, у тебя были там больше поймы на десятки, а на коммерческом? На коммерческом самый большой, вот это и он. Я вот про что и говорю, что это, скорее всего, на коммерческом, я же знаю. Вот у нас были 9200 было за это, в зеленом, 9700 в зеленой. А это десятка 10500. 10,5. 10,5 это на коммерческом первое. Да. Первый трофейчик. Да, первый трофей. Ну, наконец-то, хочу тебе сказать, наконец-то ты меня всадил. Сейчас будем забираться. Не, ну осталось полчаса, может быть, сейчас стрельнет, но всадил. Наконец-то. Ты видишь, до обеда вообще у меня тихо было. Ну, что хочу сказать, что программа у нас с тобой одинаковая и перекрытый сектор с твоей стороны. Ты раньше... Витя с одной стороны меня закрыл, ты меня с другой стороны закрыл. Ну, не в этом дело. А Витя, короче, собрал всего малька. Короче, Витя чемпион по поклевкам получил, я не знаю. Ну, каждые 5 минут он меня уже задолбал, блин. Каждые 5 минут би-би-би-би-би-би-би. Если бы я, короче, это снял, короче, надо было пленки 3 мне, если это все было снимать. Так, ну что, полчаса и домой, там подведем уже итоги. Так, ну что, рыболовная банда, вот и рыбалочка наша подошла к концу. Побывали, короткая сессия, черный ташлык. И Витя уже выматывается, сейчас я, он, мои удочки стоят, выматываюсь. Что хочу сказать, было сразу, я как бы ушел в отрыв, потом Витя начал лупить, догонять. Не, ну Витя вообще, блин, там налупился, пипец. Мелкого налупил там, я не знаю сколько, поклевок я не знаю там, сколько отпустили. Наверное, с десятка два ты отпустил. Все речки, весь малек собрал. Весь речки, да, сыпухой там сыпанул, весь речки собрал малек. Александр поймал свой, как бы сказать, трофейчик, да, Саня? Бигфишек свой на это водоемное. Да. Ты знаешь, а я когда ехал, я жопой чувствовал, что ты меня сегодня сделаешь. Рано или поздно, смотрите, кислая груша моя, ну, цицимуровская, там это, тигровый орех, программа, прикормка, все у меня с этого, с Елыновки смотал, перекрыл мне сектор. Груша трофейская просто работала. Перекрыл мне сектор с двух сторон, Светя с одной стороны закрыл, Саня с другой стороны закрыл, короче, перекрыли сектор, ну ладно. Самое главное, что с трофеем, понял, приятно уже, да. Рыбалка супер. Ребята, посмотрели этот трофей, да, на вываживание там был адреналина, потому что удочки позапутывал, еле там пораспутывали. Да. Помог тебе, прибежал вовремя и поцепляли. Главное, что с трофеем, пускай неважно, кто его поймал, но главное, что трофей. Санька отличился. Наша команда поймала. Санька молодец. Мы, почему так рано? Нам еще пилять и пилять до Кривого Рога. Да, да. 200 километров. 200 километров целых. Дорогу я вам уже показал. Дорога не ближняя. Ну что, друзья, как говорится, с вас лайкос, а мы с вами не прощаемся. С вами до свидания, до новых встреч на нашем канале. Рыбалим. С удовольствием. Че такой кислый? Рыбалим с удовольствием. Да, Витька? Да нет. Ну все, пока. Пока. Кислый.